Сейчас на данный момент мы находимся на полях ООО «Вакинское агро». Здесь идет уборка озимых. Уже половину убрали. И параллельно еще идет уборка яровых. Комбайны. В возрасте они все идут, небольшие поломки. Механизаторы, которые сидят на комбайнах, неопытные, стараются, делают. И в основном вот у нас 9 комбайнов, практически 8-9 комбайнов работают каждый день. То, что как положено, постараемся по максимуму убрать и без потерь. Уборочный идет полным ходом. Погодные условия нам мешают, конечно, дожди чуть-чуть. Справимся и уберем все нормально, вовремя.